Та-дам! Дамы и господа, наконец-то я сделал это. Мы на Red Square, на Красной площади. Я как истинный россиянин, патриот, наконец-то дошел до этого места. Ночью. Где этот Кремль-то? Забыл уже. А, вот он. Меня снимают с двух камер. Ну и чего? Вот большая площадь, все что-то ходят, смотрят. Все что-то ходят, смотрят на большой площади. А где-то там мумия. Мумия единственная в России. Больше не звенит. Всем привет, дамы и господа. Вещаем из-под жопы коня. Центр исторической Москвы практически прям вот здесь. Наконец-то оторвались. Было очень много споров. Нужны ли коню яйца на самом деле? Я был знаком с сыном великого скульптора. Фамилия его Клыков. Не помню, как зовут ни сына, ни как самого скульптора. Знаешь, фамилия был Клыков. Такой, кстати, жирненький мужичок. Фотки покажу, охренеешь. Идем дальше. Пойдем покажу вам коня сбоку. Я никто не видел. Так куда ты? Спиной. Понятно, ладно. Молодец. Чего? Оно именно так делает. Я не знаю как. Короче, только что я встал не в правильную позу, чтобы загадать желание в этом нулевом меридиане. Кинул монетку. Видать, джекпот. Ну, короче, бомжи налетели и спиздили всю мелочь. Вот интересно, сбудется или нет? Какой интересный фактор? Лаки процент.